Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Зрители канала знают, что цветовод я никакой. Но недавно мне были подарены розы, и вот начал их выращивать. И оказалось, что это делать очень интересно. Они очень красивые и, конечно, привлекают всеобщее внимание. Но хочется сказать несколько слов о таких очень скромных, может быть, в какой-то мере непритязательных цветах, как цинии. Их тоже выращиваю несколько лет, и вот каждый сезон они радуют своей красотой. К тому же в этом году цинии выросли на редкость крупные, красивые, вот такие замечательные цветы. Они бывают разных цветовых оттенков, разной формы. Вот такие вот тоже есть цинии. Вот какой замечательный цветочек. Очень красиво смотрится. Вот такая тоже цинния. Заканчивает уже цветение, но все равно очень красивая. И вот эти цинии. Они не требуют ни ухода серьезного, никаких ухищрений. Однако каждый год радуют своей красотой. Даже бутончики у них очень красивые. Вот посмотрите, какой замечательно красивый бутончик. Я уж не говорю о том, что из него вырастет не менее красивый цветок. Очень красивые цветы цинии. Конечно, огромное достоинство цинии, то, что выращивать их очень просто. И даже можно прямым посевом получить цветы. Но через засаду, конечно, они вырастают получше. И в этом очень холодном сезоне, особенно весна была холодная, начало лета, цинии, конечно, сначала тоже подотстали, как все прочие цветы. Но в конце концов, все-таки они выросли. Да еще как, вот такие замечательные цветочки. Даже не знаю, сколько сантиметров они в диаметре. Но сколько бы ни было, смотрится очень красиво. Конечно, и розы замечательные цветы. Очень они мне нравятся. Но и не забываю про цинии. И вот и розочки, которые сейчас достигают пика цветения. Очень замечательные цветочки у них распустились. Все сорта проявляют себя в полной мере. Очень красиво. И, конечно, цинии рядышком. Все они доставляют нам радость. Для этого мы их и выращиваем. Так что посоветую огородникам выращивать цветы. Даже я начал это делать, как ни странно. Но действительно, это доставляет радость. И это очень хорошо. Ну и, конечно, пожелаю всем огородникам выращивать побольше цветов. Все-таки не только овощи нам нужны. Ну и вот такая красота, она, конечно, тоже никак лишней не бывает. Желаю всем хороших урожаев, всего самого доброго, до свидания.